Какое имеет значение кактус дома? Большое спасибо. Кактус в доме помогает избавиться от вообще любые острые предметы, которые торчат в дом, дают человеку везение. Именно поэтому кактусы, которые дома находятся, они помогают человеку в везении. Почему это происходит? Дело в том, что очень часто чужие ментальные программы, они клеятся к человеческой ауре и в виде вот таких медуз находятся. Как это происходит? Человек целый день думает о вас: какашка, какашка, негодяй, сволочь, как же он мне надоел, замучил и так далее. После этого он от себя отделил эту энергию, и она в вашу сторону уплыла и приклеилась к вам на работе или к ногам или еще где-либо. После этого она плавно, как моллюск, поднимается, ищет дырочку и вползает в ваше энергетическое пространство. И после чего вы в этом находитесь. Но кактусы умудряются вот эти ментальные программы разрушать даже на расстоянии. Именно поэтому хорошо, чтобы у вас рядом с вашим рабочим местом или рядом с вашим рабочим столом или еще где-либо находился кактус. А еще, смотрите, в случае, если у вас дома очень сильно ругаются люди, если есть соседи, которые очень ругаются, поставьте кактусы в тех местах, где ругаются, возле стены, и тогда весь негатив, который есть у этих людей, он не будет заходить в вашу квартиру, а будет оставаться на иголках этого кактуса. Таким образом, можно сказать, что кактус является барьером. Но и это еще не все. Оказывается, если поставить кактус рядом с кроватью, не обязательно у изголовья, а где-либо рядом с кроватью, то улучшается сон. Эти мексиканцы, они очень, ну там много кактусов, вы это знаете, они очень хорошо относятся к кактусам и говорят, что если человеку не снятся сны, если у человека плохой сон и плохое засыпание, то он должен рядом со собой свить такое гнездышко, называется ловец снов, либо поставить кактус. И если кактус будет стоять, то человек будет лучше спать. Я с этим тоже согласен. Кактус дома — блокировщик негатива, идущего с улицы. Поэтому бесят соседи, поставьте, перестанут бесить.